Вот, пришла посылочка с Далкорга. Будем делать распечатку. Должна прийти шайба на колобокс. Медленно. Что там пришло, не знаю. Должна посылочка, что-то второе еще. Ну, когда они обычно как подарки что-то еще кладут. Что такое вообще, даже не представляю. На кранбуке даже медные, но скорее всего не в другой посылке. Смотрим, что здесь будет. А, ну вот они, да. Вот они, тоненькие медные, специально для кранбуксов. Вот эти вот штучки очень полезные, вечные. На кранбуксик так, а здесь я не знаю, что здесь, наверное, какой-то подарочек. А, чехол, блин, какой-то прислали. Чувствую, что чехол какой-то. Чехол какой-то. А, точно, они же в одну-два вложили. Да, чехол я выписывал. Ну все, чехольчик пришел на Мимикс. Мне кажется, он маленький. Точно. Все. Вот посылка с Гонконга, с Алиэкспресса. Шла недели 2-3.